中医，中医。中医или китайская медицина – это совокупность традиционных методов лечения и теории предупреждения различных заболеваний. В Китае пользуются особыми способами диагностики – по внешнему виду пациента, по его дыханию, путем опроса и по пульсу. Врач осматривает больного. Внимательно вслушивается в его дыхание, подробно расспрашивает его о недомогании и образе жизни, проверяет частоту пульса и, наконец, ставит диагноз. Лечение в основном проводится достаточно простыми и естественными способами. Это одна из главных особенностей джунъи. Весьма популярен и лечебный массаж туйна. Для лечения также применяются скрипковый массаж гуаша и специальные медицинские банки. Традиционные китайские лекарства изготавливают из растительного сырья и других натуральных компонентов. В процессе переработки из них составляют многочисленные сложные комбинации. В результате получаются препараты для лечения самых разных заболеваний. Джунъи учит, что человеческий организм – это единое целое. Сбалансировать работу всех его систем – значит сохранить здоровье человека. Чунъи. Чунъи.